Сильнейший ливень обрушился на Киров после нескольких дней жары. Деревья на машинах, моря на дорогах и град с перепелиное яйцо. Стихия в прямом смысле наделала в городе много шума. Это Киров, детка! И город плывет! А еще только что прошел град. Боже мой, такая жесть на улице! Такое ураганище! Кто в разгар стихии находился дома или в авто, буквально с первых минут стали делиться первыми впечатлениями в интернете. Как было нелегко тем, кто в это время находился на улице, легко судить по этим кадрам. Пассажиры, ожидающие на остановке, с ногами забрались на скамейки. Водители пытались выбрать наиболее удачный маршрут для заплыва. Не, ну Юра, я засыры. Под водой оказались производственные Октябрьский проспект и проспект Строителей, улица Сурикова, район Филейки и Мопра. Здесь припаркованные автомобили плавали в прямом смысле слова. Вот это дождик. Не справились ливневки на улице Ленина. Бурный поток наблюдали посетители кафе в районе центральной гостиницы и улицы Спасской. А это кадры с улицы Комсомольской. Там из-под земли начал бить гейзер источных вод. У нас также есть возможность показать вам, как все начиналось. На кадрах с городских камер наблюдения видно, как за считанные минуты город затягивает тучами. Начинается ливень и сильный ветер. Вот только СМС предупреждения о стихии жители города или не получили, или получили после того, как все произошло. Сейчас только что упало дерево на машину. По-моему, разбилось стекло. Упавшие на машину дерево очевидцы сняли на улице Пионерской. Сломанные стволы также наблюдали на Профсоюзной и на трассе за городом. Судя по всему, ликвидировать последствия стихии городским коммунальщикам предстоит как минимум до утра.